2025 году Ярославская область должна попасть в двадцатку лучших регионов России по уровню экономического развития и в десятку лучших по качеству жизни населения. Такова концепция генерального плана развития области. В его разработке может принять участие каждый житель Ярославии. Концепция называется народной, поэтому наполнять конкретикой стратегические направления будет не только научное сообщество, но и все жители области. Ограничений по возрасту или образованию нет. Любой может обозначить приоритетное, на его взгляд, направление. Ну, промышленность. Ведь раньше было 95% Ярославская область промышленная считалась, а сейчас я не знаю, какая она. Промышленность, еще раз промышленность. Свои пожелания жители области могут разместить на сайте народного правительства. Зарегистрировавшись на портале, можно также давать оценку предложениям других экспертов. Оценка повышает или понижает предложения. Лучшие будут учтены в народной стратегии. Агломерация – это соединение, союз муниципальных районов с одним планом, видением развития, и которые в совокупности и ведут к одной цели, то есть к развитию и повышению уровня жизни населения. Мое представление и видение развития территории одобрил ряд народных экспертов. А вот эта площадка, она чем более эффективна? Первоначально с этими же предложениями работают сами эксперты. То есть, условно говоря, вы дали одно предложение, а у меня другой взгляд. И вот эксперты начинают это обсуждать, и кто-то кого-то убеждает. И тогда уже власти исполнительные получают на выходе перечень уже конкретных совершенно идей, которые друг другу не противоречат, уже имеют достаточную степень проработанности, и уже намного легче их использовать при разработке стратегий, может, даже в оперативных планах, если идеи какие-то носят тактический характер. Создание генерального плана развития области должно быть закончено в сентябре. Финансирование программ региона во многом будет зависеть от этого стратегического документа. Задача поставлена амбициозная – вывести Ярославскую область в число лучших в России по комфортности жизни.